секретный сундук, о котором знают не только лишь все. После завершения квеста вот в этой локации сюжетного, где мы собираем вот этих чудесных птиц, решаем загадку с феями, чтобы пройти дальше по квесту. Если сюда вернуться, то можно получить большой сундук. Для этого нужно ударить птичку, которая прямо возле телепорта. Появляется трое ворот. По центру, справа и слева. И рядом тут такая штучка для полета карпом. Она нам как бы намекает, что нужно лететь карпом, но на самом деле она здесь осталась с квеста, и она на самом деле мешает, потому что с ее помощью эту загадку не решить. Потому что если мы отсюда телепортнемся обратно, или вообще куда-нибудь, ворота исчезают. И нужно начинать все заново. Задача у нас простая. Пройти через все ворота. Можно, конечно, на планере пролететь, но это будет долго. Нам нужно пролететь через одни, потом вскарабкаться обратно, пролететь через другие. Ой. Можно, конечно, взять Фурину или Мону. Можно поступить проще. У нас тут появляется невидимый пол. Мы проходим через ворота. Сперва по центру. Потом справа. А потом слева. И получаем свой заслуженный драгоценный сундук. Вот ваш 101% на карте.